Если брать основу, то у нас есть такая фигура, то есть мы танцуем шоссе в сторону, да. Это все идет на месте, ничего сложного. Есть подъем, есть спуски. И быстрее. Также вы можете добавлять различные скручивания. Да. То есть, если фигуры быстрые, мы там с вами танцевали типси, у нас на этой фигуре есть постоянная смена наклонов. То есть, мы опять же добавляем различную амплитуду. Давайте мы станцуем еще раз основные шаги, только более интереснее. Вот, в общем, так выглядит трикстеп.